Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание гороскопу на 19 апреля, поговорим о лунном календаре, поговорим об общем гороскопе и, как всегда, уделим внимание каждому знаку зодиака. Итак, друзья, далее все более подробно. Как всегда по традиции, мы с вами начинаем с лунного календаря на 19 апреля. Итак, по лунному календарю у нас с вами сегодня... 28 и 29 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня на протяжении всего дня на нас будут влиять лунные сутки. Обращаем также ваше внимание, что у нас с вами последние сутки перед новолунием. Поэтому обязательно подготовьтесь, проведите практики, постарайтесь очиститься от любого негатива, а также каких-то внутренних своих проблем, которые мешают вам а, дальше двигаться. Также постарайтесь сейчас подвести итоги, а, подумайте над тем, возможно, вы сейчас заняты не тем, а, не в той стране живете, не тем занимаетесь и так далее. Итак, друзья, сегодня убывающая Луна в знаке Зодиака Овна. Также хотим вам сказать о том, что вы, возможно, подумали о направлениях, в которых вы дальше хотели бы развиваться и двигаться. Также сегодня к некоторым людям может прийти даже озарение. Также обращаем ваше внимание, что если вы проявится у вас чувство неуверенности в этот день, то оно может побудить вас решать проблемы быстрее, чем это нужно. Но здесь сегодня не спешите, как будто есть срок выполнения задачи. Постарайтесь спокойно решить, какие именно действия вам нужно предпринять, и спокойно продолжайте двигаться намеченным курсом. У вас обязательно, друзья, все в жизни получится. Далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 19 апреля. И так, по общему гороскопу будет шанс узнать много полезного. День подход для учебы и расширения кругозора. А также дает возможность познакомиться с людьми, чей опыт будет вам полезен. Вероятные неожиданности, а также странные, почти невероятные события. К счастью, быстро станет ясно, как использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Интересно, что сегодня даже те, кто обычно настроен консервативно, радуются всему новому. Не потакайте своим слабостям, не идите на поводу у вредных привычек. Бережное отношение к собственному здоровью сегодня особенно важно. Нежелательно сегодня рисковать, участвовать в каких-то сомнительных проектах. Овен, уважаемые наши овны гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые овны, ставьте лайк этому видео, у а нас важная и ценная для вас информация. Так, уважаемые овны, вы сможете сделать сегодня много хорошего. Трудности на пути могут возникнуть, но они не напугают вас и не заставят отказаться от задуманного. Даже с решением самых сложных задач вы справляетесь сегодня быстро, а тяжелая работа не кажется вам особенно утомительной. Удастся сегодня плодотворно провести деловые переговоры и найти союзников. На новых знакомых вы сегодня произведете самое хорошее впечатление. Вероятно, небольшие денежные поступления. С покупками лучше сегодня не торопиться. Вы склонны идти на поводу у мимолетных желаний, поэтому... Приобретенные сегодня вещи могут вскоре вам разонравиться. Итак, уважаемые овны, обратите внимание на этот такой вот тонкий момент. Телец, уважаемые наши тельцы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые тельцы, ставьте лайк этому видео, с это нас важная и ценная для вас информация. Так, уважаемые тельцы, вы сможете сегодня добиться успеха, и если найдете надежных союзников. деловых контакта будьте предельно разборчивы. Не исключено, что завоевать ваше доверие попытаются сомнительные личности. Важные встречи лучше планировать на первую половину дня. Позже вам будет труднее сосредоточиться. Также не исключено, что вы забудете и о чем-то. Позже наступит благоприятное время для самостоятельной работы. Сегодня могут возникнуть семейные проблемы. Они не так серьезны, как может показаться, но все же заставляют вас беспокоиться. Поэтому стоит быть откровенным и поговорить обо всем с близкими людьми. Объединившись, вы обязательно найдете решение. Близнецы, уважаемые наши близнецы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые близнецы, ставьте лайк этому видео, а с нас гороскоп на этот день. Итак, уважаемые близнецы, вы сейчас хорошо ладите с людьми, находите подход даже к тем, с кем раньше Никто не мог договориться. Не исключено начало долгого и плодотворного сотрудничества, благодаря которому вы найдете, вы выйдете на новый уровень, на свой вот именно профессиональный уровень. А любые важные вопросы сегодня можно обсуждать в непринужденной обстановке. Так будет легче найти решения, которые устроят всех. Вероятно, денежные сегодня поступления. Также радует встречи с друзьями и романтические свидания. Вы не ждете от окружающих слишком многого, самостоятельно справляетесь с трудностями и стараетесь помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Рак, уважаемые наши раки, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые раки, ставьте лайк этому видео, с нас важная и ценная для вас информация. Так, уважаемые раки, день сам по себе не так уж плох, но вы многое видите в самом мрачном свете. Часто настроение портится из-за пустяков, на которые вы в другое время просто не обратили бы внимания. Возможно, сегодня разногласия с людьми прежде понимали, которые вас полуслова. Но не торопитесь действовать, принимать и озвучивать важные решения. Дайте себе время все обдумать, определиться с планами на будущее. Старайтесь сегодня обращать внимание на возможности, которые открывает этот день для вас. И гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Сохраняйте сегодня позитивный настрой, и вы поймете, как достичь поставленных целей. Олег, уважаемые наши львы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые львы, ставьте лайк этому видео. Асно с важной ценной для вас информации. Так, уважаемые львы, день обещает приятные сюрпризы. Вы не боитесь сложных дел, быстро преодолеваете любые преграды, которые возникают у вас на пути. Сегодня многие львы склонны заботиться не только о собственном благополучии, но и обо всех вокруг. У таких представителей данного знака зодиака будет возможность сделать много хорошего. Вероятно, сегодня выгодные сделки. Заключить их смогут даже те, кто прежде не занимался коммерческой деятельностью. Легко будет произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Ваши таланты и сильные стороны не останутся незамеченными. Не исключено, что кто-то влюбится в вас с первого взгляда. Дева, уважаемая наша дева, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемая дева, ставьте лайк этому видео, а с нас гороскоп на этот день. Итак, уважаемая дева, сегодня можно добиться отличных результатов, обратившись за поддержкой к проверенным союзникам. Многие девы сегодня успешно завершат дела, с которыми прежде не могли справиться. Часто оказываются удачными, смелые и оригинальные решения. Вы не боитесь экспериментировать и благодаря этому оставляете соперников далеко позади. Помните, что не нужно останавливаться на достигнутом и ставьте перед собой только высокие цели. Не исключено, что придется вмешиваться в чужие дела. Вы не хотите спокойно смотреть на несправедливость, стремитесь сделать мир лучше, даже если вы догадываетесь, что это невозможно на данном этапе. Весы, уважаемые наши весы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые весы, ставьте лайк этому видео, с нас важная и ценная для вас информация. Уважаемые весы, будьте осторожны и внимательны в этот день. Вы склонны совершать необдуманные поступки, о которых позже наверняка придется пожалеть. Не исключены разногласия на работе. У коллег и руководства появляются к вам претензии. Вместо того, чтобы спокойно выслушать их и разобраться в ситуации, вы сами начинаете критиковать всех вокруг. Дело может закончиться с серьезным конфликтом, если вы не возьмете себя в руки. Стоит найти какие-то сегодня интересные дела, занятия, которые помогут на время отвлечься от проблем. Также это подходящий день для того, чтобы вспомнить о старом хобби или встретиться с друзьями, которые готовы поддержать ваши идеи. Скорпион, уважаемые наши скорпионы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые скорпионы, ставьте лайк этому видео, с нас важная и ценная для вас информация. Так, уважаемые скорпионы, день пройдет очень плодотворно, если вы не станете витать в облаках, а сосредоточитесь на текущих делах и актуальных задачах. Строить планы на отдаленное будущее можно, но ради них не стоит откладывать решение уже существующих проблем сегодня разногласия и на работе. Сдержанность и самообладание помогут вам избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения с коллегами и руководством. Легко сегодня будут решить и бытовые вопросы. Многие скорпионы смогут купить какие-то полезные вещи для своего дома. Такие приобретения порадуют не только самих представителей данного знака, но и их близких людей. Стрелец, уважаемые наши стрельцы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые стрельцы, ставьте лайк этому видео, с нас важная и ценная для вас информация. Итак, уважаемые стрельцы, сегодняшний день лучший подход для самостоятельной работы, чем для участия в каких-то совместных проектах. Любые деловые переговоры проходят сегодня напряженно. Часто даже со старыми партнерами не удается достичь взаимопонимания. Поэтому старайтесь не смешивать личные и рабочие интересы, иначе все существующие проблемы, к сожалению, усугубятся. Во второй половине дня будет возможность хорошо отдохнуть, познакомиться с интересными людьми. Некоторым стрельцам удастся заключить выгодные сделки или купить вещи, которые им давно нравились. Полезно сейчас заниматься домашними делами, благодаря им к вам возвращается душевное равновесие. Козерог, уважаемые наши козероги, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые козероги, ставьте лайк этому видео, с нас важная и ценная для вас информация. Уважаемые козероги, интересная будет первая половина дня. В это время появится много хороших идей и будет шанс вернуться к какому-то старому плану и начать воплощать его в жизнь. Вы творчески подходите к любым делам и это помогает вам добиться успеха позже может ухудшиться самочувствие и вам потребуется отдых. Желательно сегодня ограничить контакты, держаться подальше от людей, которые критикуют вас и портят вам настроение. Также сегодня появляется шанс получить информацию, которая вскоре вам очень сильно пригодится. Стоит поделиться ею с близкими людьми. Так вы убережете их от ошибок. Также, уважаемые козероги, не исключены сегодня приятные поездки, которые вас вдохновят и откроют новые горизонты перед вами. Водолеи, уважаемые наши водолеи, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые водолеи, ставьте лайк этому видео, с нас важной и ценной для вас информацией. Так, уважаемые водолеи, день обещают приятные события и сюрпризы, которые поднимут вам настроение. У многих водолеев появятся оригинальные идеи, которые Представители данного знака зодиака смогут немедленно воплотить в жизнь. Вероятно, сейчас хорошие новости, которые будут касаться старых знакомых и членов семьи. Также появляется возможность положить конец каким-то давним разногласиям, которые омрачали отношения с самыми близкими вам людьми. Этот день хорошо подходит для деловых поездок. Они складываются достаточно удачно и не отнимают у вас много времени. Также позволяют завязать полезные знакомства. И, уважаемые водолеи, не исключены сегодня романтические увлечения. Рыбы, уважаемые наши рыбы, гороскоп для вас на 19 апреля. Уважаемые рыбы, ставьте лайк этому видео, с нас важная и ценная для вас информация. Уважаемые рыбы, в начале дня вы склонны выдавать желаемое за действительное, и это может оказаться для вас опасным. Например, переоценивая свои силы, вы даете обещания, которые будет трудно выполнить. Смотрите на вещи реально, и это поможет избежать многих неприятностей позже откроются новые перспективы в профессиональной сфере. Вы отлично сейчас справитесь со сложной работой и покажете, на что вы способны. Появляется много оригинальных идей, но многие из них, к сожалению, не так хороши, как вам кажется на первый взгляд. Прежде чем приступать к осуществлению задуманного, стоит все обдумать и взвесить. Полезными будут советы людей, которые вы, уважаемые рыбы, очень доверяете.